Audi RS3 8P, хоть и старая, но 2,5 литра, под 800 лошадиных сил. И мы с вами на светофоре включаем ланч, и что, и правильно, и... Ёпта, она буксует! Охренеть! 8000 оборотов, охренеть! И с 3 секунд до сотки мы просто не зацепились даже, ее боком начало ставить. Вот это, мать его, машина. И это еще не все на сегодня. Настало время рассказать вам про этого маленького монстра. Вы меня правильно поняли. Мощность здесь огромная. То есть даже 1000 лошадиных сил в этом автомобиле не должны вас смущать в сегодняшнем видео. Но чтобы понять, почему 1000 лошадиных сил, вы должны его смотреть очень внимательно, иначе вы все напутаете. Но сейчас мне бы хотелось начать с небольшого отступления. Это машина Audi RS3 в кузове 8P 2012 года выпуска. В 2012 году я приобрел себе Golf GTI 6 поколения новым из салона. Это правильное отступление, поверьте мне. И когда через 3 года я решил его поменять, я посмотрел на Audi RS3, которая была уже бэушная, естественно, а не новой, и все равно подумал, блин, старая. Через буквально пару лет, там, максимум 5, я стал на нее смотреть, как действительно старый автомобиль. Да и стоит даже бэушная все равно дорого и для меня непозволительно. И вот тут я сейчас стою в 2022 году, вы меня видите возле этого автомобиля, я вам могу сказать одно – я не нахожу ее старой. И вот в том и суть. Моя ошибка тогда давно была не постараться, не заморочиться и не накопить деньги на подобный автомобиль. Потому что даже сейчас при грамотных вложениях, при хорошем внешнем виде, при подвесочке, при колесах она выглядит офигенно. И у тебя не возникает даже мысли о том, что это старая машина и нет места в современном мире. Давайте теперь поговорим о том, как эта машина вообще в повседневной езде. В целом я на ней проехал очень мало. Это реально первое ощущение. И первое, что я хотел бы заметить, это мы в Москве, ребята. Я после Питера сейчас еду, я не то что боюсь нажать на газ. Тут камера на камеры. Через каждые 300 метров, через каждые 500 метров. И типа погонять точно не получится. Мы на номерах, нам придут штрафы. Машина не на стоп-учете. То есть, ну, не вариант вообще. И, соответственно, мы начинаем ездить с потоком медленно и не спеша. И в этот момент мы начинаем понимать, что не настолько это повседневная машина, как, возможно, нам бы хотелось. Это бескомпромиссная гонка. Это машина для выходного дня. Ну, во-первых, очень жесткая подвеска. КВ-вариант 3, но оно и понятно. Нам-то она для чего? Она для того, чтобы выехать, бахнуть с места, бахнуть ходом, рулиться, тормозить, выехать на трек, в конце концов, если нам захочется. Сидушки? Не, сидушки очень комфортные, крутые, и, кстати, я не могу назвать их твердыми. То есть все хорошо. Выхлоп, даже с закрытой заслонкой, ну, громковат, но при этом вы меня вроде как нормально слышите. Помимо этого у нас стоят колодки, которые при торможении мы прям слышим, потому что они жесткие, они нужны, чтобы останавливать этот автомобиль. Также коробка зашита так, чтобы давать нам эмоции, она, естественно, прям подпинует, она прям резкая. И вот это мой 10-й, наверное, старт с места, со светофора я в первый раз тратанул плавно, потому что газ нужно прям дозировать. Просто нажать его в одно положение у вас не получится, она дернется. Помимо этого, выхлоп на 90-й трубе, он реально вот такой. Он висит очень низко. То есть тачка может и не сильно низкая, но выхлоп висит настолько низко, что у нас там спичечный коробок вверх тормашкой, не факт, что, ну, в длину, не факт, что он там пройдет. Скорее всего, боком, дай бог. И за счет этого в колее мы ехать не можем. Мы вынуждены ехать чуть-чуть как бы в стороне от колеи, и люки – это наш враг. Также мы едем и слышим подвывание. Я прям еду, и знаете, вот такое напоминание, типа как КамАЗ едет, у него сзади редуктор вот этот вот, груженный песочком, прям воет.
Вот мы слышим примерно то же самое, но на минималках. Почему? Потому что у нас стоит жесткая блокировка. Блокировка, естественно, в коробке, она спереди, мы ее слышим. То есть мы прям слышим ее работу. Не, ну с другой стороны, ладно, там поставь другую подвеску, сделай машину повыше, непосредственно зашей коробку поплавнее работать. А зачем? Нам нужна тачка, чтобы носиться на ней, чтобы получать от нее удовольствие. Понимаете? Я нажал заслоночку вот в туннеле. Нам же прямо, нам прямо нужно вот. Я посмотрел, чтобы у нас было место, приоткрыл окошко и жду, чтобы поехать. Я в Москве, мать его. Я нажал на газ и... Ну, пока как бы не было ощущения, что вах-вах, жесть, вообще, мы сейчас все умрем. То есть, звук был, звук хороший, но при этом... Все как-то прогнозируемо. Да, турбина большая. За счет этого, конечно же, огромный турболак, который нам позволяет по городу ездить просто, реально спокойно и плавно, без дерготни. Сейчас будет немножко сложно, и вам 100% придется взять блокнот. Потому что здесь стоит очень много железа, очень много кастомных решений. И они все способны заставить эту машину ехать на 1000 лошадиных сил. Но давайте так, до того, как я открыл капот, мы сделаем с вами очень важную ремарочку. Вам придется очень внимательно слушать, чтобы понять, почему 1000 лошадиных сил, почему 750+, почему 550+, почему 900+. Иначе вы все запутаете, и получится, что в чатах будут гореть жопы. Бумажку взяли, карандашик взяли, а лучше ручку, чтобы ничего не стирать ластиком и не путать. Смотрим. Твою мать, красотища какая! Ну ладно, ладно, шучу. Готовы? Я показываю, вы запоминаете и ничего не путаете. Давайте первое, разберемся с мощностью конкретного автомобиля в конкретный момент. У нас сейчас середина лета. Этот автомобиль еще не настроен на свой максимум. И он на городской программе показывает 550 плюс лошадиных сил. Опять же, мощность расчетная, на диностенде машина не была. Поэтому есть нюансы, не придирайтесь. Второе. На нынешней программе и нынешнем надуве под водометанол, на втором, получается, файле, да, ну, на более злой прошивке, мы с вами имеем под 800 лошадиных сил. Не 800 ровно, не 810, не 820, под 800. Это явно больше 750 и явно менее 800. То есть не 800 плюс точно. Что мы можем сделать? Почему прозвучали цифры в 900 плюс и в 1000? Вот об этом мы поговорим. Чтобы получить мощность 900 плюс и 1000, нам нужно с вами обязательно поставить дополнительное железо. Сердцем автомобиля принято считать его двигатель. Но турбину на этот двигатель можно повесить любую. Поэтому давайте мы все-таки начнем с турбины. Турбина у нас стоит Pulsar Turbo 3584 RS. К этой турбине у нас подходит кастомный впуск, который начинается у нас на фильтре КН 102 мм и заканчивается на турбине 89 мм. Также мы сразу видим топливный насос Лоба ТНВД. Помимо этого, за ним у нас виднеется кастомный выпускной равнодлинный коллектор, на котором у нас стоит гейт ТИАЛ. Коллектор сделан ребятами из ADT Motorsport, и также они делали и впускной коллектор, который у нас разбирается на две части, и за ним мы видим стандартную часть, которая подходит к нашей ГБЦ. Коллектор сделан так вообще в целом для удобства, он разрабатывался ребятами, шлифовался, фрезеровался, короче, все полностью делалось с нуля из куска алюминия. Такая же история, в принципе, и с выхлопным коллектором, за исключением того, что, конечно же, он не из алюминия. Вот, что с нашей головой? ГБЦ, конечно же, должна быть доработана, поэтому она портирована по максимуму. В ней стоят другие пружины клапанов, в ней стоят другие клапана, то есть головка продувается по полной и крутится в 8000 оборотов, прямо как ваша старая столетняя Honda. Ну, это еще когда динозавры бегали, ездили Honda, и они были быстрыми. Ладно, я, конечно, шучу, но... Эра Атма ушла, пацаны. Но Хонды я уважаю. Помимо этого, на всем этом стоят стоковые форсунки. Пока что стоковые. Вот здесь мы подошли к первой запчасти, которую стоит сюда добавить, чтобы получить большую мощность. Если мы хотим с вами получить 1000 лошадиных сил, мы должны поставить второй ряд форсунок. Без него 1000 не получится. Но это уже попозже. Пока что и так достаточно. Также у нас сам блок.
какой объем, что сделано. Все просто. Объем у нас идет 2,5 литра, 5 цилиндров. И под поршня GE нам пришлось совсем чуть-чуть его расточить, чтобы выставить правильные зазоры. И, естественно, поставить туда кованые шатуны Тускан. Ну, можете называть Тускан, не столь важно. И держат они более 1100 лошадиных сил. Поэтому запаса здесь более чем. Если же мы хотим получить с вами 900 лошадиных сил, ну, там, под 900 лошадиных сил, давайте правильнее скажем, под 900 лошадиных сил, нам нужно просто поставить дополнительный топливный насос, и все получится. То есть сейчас в этой машине не хватает дополнительного топливного насоса, но он уже лежит и ждет установки, чтобы получить под 900, и если мы еще поставим дополнительный ряд форсунок, мы получим 1000. И это будет очень быстрый автомобиль. Но это, скорее всего, уже в следующем сезоне, пока реально и так за глаза. Вы не видели динамику этого автомобиля. Конечно же, куча дополнительных решений, нюансов. Тиал, естественно, Блуов. Помимо этого, у нас стоит трехпортовый, хотел сказать. Ну, в принципе, правильно, трехпортовый. У нас стоит впрыск водометанола Аквамист на трех форсунках, которые, в общем, выдают нам где-то 1200 кубов. Еще куча дополнительных нюансов по автомобилю, кучу мелочи, которая оставилась новой, была сделана, доработана. Но, в принципе, нам это уже не так важно. Остановимся на непосредственно самом важном. Что с коробкой? Коробка, конечно же, подверглась усилению, но не так, как вы думаете. То есть коробка стоковая, в которую поставилась, в первую очередь, дисковая блокировка, чтобы колеса крутились правильно и цеплялись. Ну нет, без нее бы и крутились правильно, но они бы не так хорошо цеплялись. А зацеп нам нужен. Помимо этого, у нас есть возможность выключать задний привод и за счет этого греть переднюю резину. Ну, в принципе, никто этим не занимался, потому что... А зачем? Но сделали. Чтобы было. Вдруг машина поедет на официальный драг-соревнования. Конечно же, пришлось усилить маховик вставкой дека, ну и поставить усиленное кастомное сцепление, которое держит 900 плюс ньютон. И в итоге все вот это вот, и плюс подвеска, тормоза этого автомобиля и все остальное заставляет эту машину ехать так быстро, управляться так хорошо и самое главное тормозить с любых скоростей. Но в тот же момент, если мы стали на светофоре, и рядом с нами стала какая-нибудь крутая машина или вот мотоцикл, у нас никаких проблем нету, чтобы даже на самой слабой программе его обогнать. Ну, конечно, я нажму сейчас без ланча, просто газ в пол, я поеду, я думаю, что парень не угонится. Конечно, вряд ли он хочет сейчас со мной гоняться, он вряд ли думает, что это спортивная машина, потому что, да, Audi RS3 не выглядит дико спортивно. Это выглядит хорошо, но не дико спортивно. Ой, какой турбовак ощутимый. Слушай, а все веселье? На самом деле, все веселье начинается не на первой. На первой без ланча вы трогаетесь крайне разумно, с крайне какой-то разумной динамикой. То есть нету эффекта вау. То есть вы, вот если кто-то ездил на Тесле, хотя бы на слабой Тесле, там прям вот нажимаешь на газ, оно прям так потянуло, ты удивляешься этому. Здесь вот максимально так растянуто, максимально вот растянутое ощущение, у тебя нету ощущения какой-то дикого ускорения, все логично. Когда включается вторая, ты начинаешь понимать, что а нет, 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 сейчас будет. И ты бы, конечно, хотел, чтобы включилась третья, и вот на третьей был бы уже просто ад. Но в рамках Москвы третья не успела включиться, потому что мы просто уперлись в другой светофор. А если бы не в светофор, то в камеру. И вот здесь, да, хотите бахнуть веселее, нужно исключительно спорт-режим, ланч-контроль, включить непосредственно с помощью контроллера Аквамист более злую программу, и тогда вы получите все наслаждение. И мы это, естественно, сделаем чуть попозже на более открытой дороге. Но сейчас в рамках города все, в принципе, разумно. Если мы с вами нажмем эту кнопочку, а я уже, естественно, это сделал, мы включим более злой файл. Я думаю, вы по мне поняли, что он включился. Проедем буквально одну камеру сейчас и попробуем поднажать. Ну мы ж в Москве, камер много, ну что я поделаю? Ох, она реально, ох, ёпта, она там по тахометру просто чуть на второй круг не пошла. На Audi это непривычно видеть, ребят, это просто непривычно видеть. В Honda, да, там, но не в Audi, просто красная зона, хочется переключиться, она еще куда-то крутится. И реально праздник начинается, наверное, даже после третьей в рамках города. Это понять невозможно. Но, конечно же, хотелось бы рассказать также и про обычные эксплуатационные моменты.
для вас, как просто для людей, у которых нет таких машин. Им интересно. Поэтому пойдемте с вами в салон, посмотрим, сколько в ней места. Если вы думаете, что эти машины дико вместительные, то нет, это вам не гольф-класс. Подходите поближе и убедитесь сами. Сейчас я сяду... Нет, я сяду в офигенный салон. Он не самый современный, но в тот же момент ковши. Знаете, вот у меня даже нет какого-то неправильного ощущения, что у меня ручные регулировки везде. У меня крутилка, которую я не видел тысячу лет. Но при этом я сел. Мне очень удобно. Конечно же, руль мененный. Можно поменять даже на самый новый руль. Приборка особо, я не смогу сказать, что там как-то она устарела. Конечно же, у нас есть датчики ЕГТ, которые показывают нам температуру выхлопа. У нас есть, естественно, аквамист. Все это контролируется, включает разные программы. Аквамист – это, естественно, впрыск водометанола. Я думаю, вы уже поняли. На пассажирском месте сидушка отодвинута чуть дальше. И мы сейчас увидим, насколько сзади места не так и много. Багажник, кстати, вот на Audi RS3 багажник, на А3 кузове он достаточно обширный. То есть мы видим, все помещается, все отлично, у нас тут водичка лежит. На Гольфе он примерно такой же, но на Гольфе больше места сзади. Гольф – это народный автомобиль. Это реально народный автомобиль. Если бы здесь не стояли ковши, места мне сзади вообще бы было маловато. Так я, в принципе, сел удобно. Пассажир передний не дико высокий, не 2 метра. Был бы он 2 метра, конечно же, были бы небольшие косячки. В остальном, вот честно, у меня не возникает, опять же, каких-то ощущений, что я сижу в старой тачке. Все вполне себе нормально. Помимо этого, здесь есть такие фишки, от которых я удивился. Ну, понятное дело, что и в А4 у меня были вот такие шторки, но я впервые сегодня, когда мы снимали облеты, увидел вот это. Чему я вообще просто дико удивился. Я увидел полочку, которая, очень много весит, она очень твердая, и она не сделана из говна и палок, да? Это не солома, приклеенная там с помощью клея ПВА, это действительно жесткая полочка. Раньше не экономили на автомобилях, и тут я вижу вот это вот. Это чтобы вас не слепило по трассе. Вот таких тем я, честно, не видел, я был дико удивлен и еще раз подумал о том, что, блин, почему я когда-то не приобрел себе такой автомобиль? А сейчас уже поздно, таких мало. А живых таких еще меньше. Но они на чугунных блоках, которые нам позволяют возможность растачивать, гильзовать и радоваться жизни. Сел я монтировать видео и понял, что когда я показываю замеры этого автомобиля, ну даже я такой, типа, нихера себе она едет, блин, конечно, все-таки. Я подумал, давайте сделаем иначе. Смотрите, мы сделаем часть 2, где будут гонки с этой машиной. И вот именно в них мы приложим вам замеры. Прям замерю на камеру в онлайн-режиме, как она едет. Ну, как я обычно делаю, и покажу. А сейчас у меня такой небольшой вызов ко всем. Давайте, ребят, у кого 700-800 лошадиных сил, пока она не настроена на большую мощность, пишите мне в личку, в инстуху, в телегу, еще куда-нибудь там, в контакт, на почту. Давайте в Москве или в Петербурге соберемся, покатаемся и нормально вообще погоняем на мощных, серьезных автомобилях. И ходом, и с места. Можно только ходом, можно даже только с места. В общем, жду всех в личке. А на этом, дорогие зрители, всем большое спасибо, всем пока. Это был видеообзор Audi RS3 8P, которая даже с тех лет до сих пор более чем может удивлять. Что поток, что окружающих, а самое главное, водителя, который потратил на нее деньги, потратил на нее время, ездит и получает свое удовольствие. А мы пока что просто подъезжаем к очередному виражу, нажимаем на газ и пока!